Приветствую всех, с вами Маркело Борис. Итак, новое видео за сегодня. И мы будем тестировать новый кран Эфириум. Новый кран Эфириум. По ссылочке, когда перейдете, обязательно найдете там ссылочку под этим видео. И потом зайдете, вот сюда нажмете регистрация. Откроется вот такая форма. Сейчас пока ее заполню. Вот мы и прошли регистрацию, наверное, теперь здесь нужно залогиниться. Не знаю, перекинул на такую страницу, welcome. Давай залогинимся, да, вот. Показать оригинал, почему-то мне постоянно переводит. Давайте, логин. Вот наша страничка, вы, конечно, уже, так, здесь реклама будет выскакивать. Давайте ее сейчас закроем. Так, закроем мы рекламу. Так, какие-то займы выскакивают постоянно. Итак, ну и так понятно, что сайт предназначен, чтобы еще рекламировать что-то, параметры. Никогда не переводить сайт. Давайте перезагрузим его. Будет выскакивать постоянная реклама, постоянно куда-то вас будет перекидывать, но не суть в этом. Итак, мы зашли, и здесь мы можем... Что ж такое-то, а? Все, мы это все закрыли. Вот такие вот действия волшебные нужно нам применить. Смотрите, здесь вывод у нас от 0,02 этериумов. Ну, постоянно реклама будет выскакивать, вот это дебильное. Ну, что ж, заработок, он из этого и состоит. Давайте попробуем опять закрыть эту рекламу и указать, что вы не робот. Попробуем сыграть на этом кране. Экран, вот реклама здесь, конечно, перебор, по-моему, мне кажется. Ну, за счет этого и будет заработок идти. Нажимаем claim. О, номер 1105. То есть у нас 658. Мы победители. Офигенно. Давайте где-то они должны отметиться, наверное, эти денежки. Так, давайте перезагрузим. Да, вот они появились, 658 у нас эфир сатошиков. Но, тем не менее, здесь вот можно заработать типа до 40 долларов. Ну, если кому-то повезет, раз в час можно сюда заходить и пытать удачу. То есть, либо не закрывать эту ссылку, просто раз в час заходите. И, соответственно, когда будет у меня вывод, я буду снимать вывод. А пока испытываю удачу. Сейчас опять какая-то реклама у нас пошла. Где у нас, наверное, вот здесь, вот в профиле мы можем поменять и почту свою, и все, что мы хотим. Но нам нужно еще, вот она, реферальная система, реферальная программа. Соответственно, зарегистрировался я прям при вас. Соответственно, ссылка будет вот такая вот, окончание Брискиндер. Ну и, соответственно, регистрируйтесь, будем испытывать эту систему. Кому понравилось, ставим лайки. Ну, по крайней мере, вот там, где я нашел, автор написал, что 4 доллара можно зарабатывать в час. В 4 доллара в час. Ну, в принципе, возможно и такое. Ну все, кому интересно, регистрируемся и испытываем свою удачу. Всем привет!